Школьники впервые станут участниками Всероссийского молодежного форума «Машук». На базе Центра знаний «Машук» организуют специальный заезд для 100 ребят в возрасте от 14 до 17 лет из движения «Первых». Форум пройдет с 12 по 26 августа в Пятигорске и станет одним из ключевых событий года педагога и наставника в России. Девиз образовательной программы «Учим тех, кто учит». Участниками станут педагоги и учителя, воспитатели, экскурсоводы, библиотекари, наставники, вожатые, студенты педагогических вузов, а также дети и подростки, которым интересна профессия учителя. Программа форума включает 12 тематических направлений и разделена на две смены. Ребята проведут мастер-классы и занятия для взрослых под рабочим названием «Уроки наоборот». В прошлом году «Машук» мог принять 500 человек в смену, а в этом году вдвое больше –